пользователи стримингового сервиса Disney Plus заметили, что компания удалила серию «Симпсонов». Пропал первый эпизод третьего сезона, который называется «Совершенно безумный папа». В ней Майкл Джексон участвует в качестве приглашенного актера. Его голосом говорит один из героев мультика, который лежит в психбольнице. На данный момент компания никак не прокомментировала случившееся. «Узнай все» напоминает, что Майкл Джексон снова оказался в центре внимания в марте 2019 года, когда в фильме «Покидая Неверленд» артиста вновь обвинили в аморальном поведении. А как вы думаете, с чем связано удаление ролика?